Всем привет! По заказу интернет-магазина F-магазин проведу видеообзор воблера от компании Lucky John, модель VIP-78S. Приманка Lucky John VIP выпускается в трех размерах. Самый маленький представитель имеет длину 58 мм и весит 10 грамм. Дальше следует приманка в размере 68 мм, имеет она массу 16 грамм. Ну и самый крупный представитель из линейки Lucky John VIP имеет длину 78 мм и вес 26 грамм. И вот как раз вот на обзоре у меня приманка в размере 78 мм. Данный VIP является тонущим. Имеет он достаточно такое вот прогонистое тело. Спинка у приманки изогнутая. Имеет данный воблер на спинке вот такой вот небольшой плавничок, призванный для стабилизации приманки во время проводки. Воблер выглядит очень реалистично. Вот так вот приманка выглядит с разных ракурсов. Обратите внимание, что ширина приманки нарастает к брюшку. Вот так вот будет, наверное, лучше видно. То есть такая вот немного треугольная форма у данного VIP. Приманка абсолютно тихая, на проводке не издает никакого звука. Воблер оснащен двумя тройниками. Тройники среднего размера, имеют темное покрытие, очень надежные, острые. В общем, к фурнитуре тут не придраться. Да и вообще качество изготовления у приманки на самом высоком уровне. Выпускается данный VIP в 10 расцветках. У меня приманка представлена в цвете 101. Кстати, поставляется VIP вот в такой вот упаковке. Как можно видеть, дизайн данной приманки был разработан в Японии. Ну и эта приманка имеется не только в натуральных расцветках, но также и в кислотных. Данный VIP можно использовать как летом, например, или там осенью, ну или когда у вас водоемы не покрыты льдом при ловле в заброс. Ну и также эта приманка великолепно работает и со льда, то есть в размере 78 мм данный VIP отлично подходит для ловли щуки и судака. За счет своего веса 26 грамм данный VIP можно использовать как при ловле на реках, так и при ловле на озерах. То есть достаточно универсальная модель. Приманка имеет доступную цену, то есть относится к среднему ценовому диапазону. Приобрести данный воблер можно на fmagazin.ru. Ссылку оставлю внизу под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!